Самолетик полетел. Ух, какой зелененький! Хорошие подарочки. Дети будут рады. Ох, сколько там у нас времени? Опять не успеваю. Нужно время останавливать. Где же посох? Куда же он подевался? Так как же так? Как же я время остановлю? Сейчас все успею. Все, пора. Бегу. Сюда подарочек. И тебе подарочек. И тебе. Подарки! Ура! Что-то мне подарили! Мишка, а почему без лапы? Дед Мороз? Торопился я очень, малыш. Не смог остановить время. Посох пропал. Мы знаем, как помочь. Это сорока утащила. Она всегда все блестящее тащит. Вам нужен компас, волшебный компас. Найдите сороку. Кажется, у меня есть то, что нужно. Вот, компас, мне его дед подарил. Он на флоте служил. Тогда вперед. Удачи вам. Сорока, выходи! Что надо? Да зачем сорока посох утащила? У меня дети без подарков останутся. Всем подарочки, а я всегда без подарочков. Мне тоже хочется. Вот, хочешь, я тебе компас подарю? Мне не жалко. Спасибочки! Ну что, хочешь сам посохом ударить? Да, конечно, хочу! Теперь я все исправлю. Новые куклы, мои любимые подружки. Вау, какой красивый самолет. Ура, это же инопланетянин, я так его хотел. Спасибо, Дед Мороз. Мой Мишка, ура!